Итак, вот купил себе активную пену кёрхеровскую, 5 литров канистрочка. Заехал сегодня в практикер. Решил, хочу попробовать, как она себе, как она моет вообще. Наносить буду пену вот этой вот насадкой. Хорошая насадка делает хорошую пену. Вот. Посмотрим, как будет отмывать эту грязь на машине. Сейчас, значит, нам надо развести. Разводится она 1:3. Водичка вот разводится, набрал воды. Сейчас будем разводить и наносить. Видно, там уже пена начинает работать. Сейчас я вам покажу. Вот уже вода такая вот стекает. Ну, пена, вернее, стекает уже такая грязная. Сейчас будем ждать минутки две. Да, вот видно, как вода уже он. Пена уже с грязью. Уже пена такого не белого цвета, а уже цвет такой коричневый. Да, везде коричневая уже пена. Тут тоже все вон стекает уже, именно грязная пена. Сейчас будем уже смывать. Вот. Стекает уже именно грязь. Ну что, 2 минуты уже прошло. Начинаем смывать.
сейчас проведем испытание. Значит, вот я беру тряпку. Тряпка у нас сухая. И проводим по машине. Проводим по всей машине. Проводим. Что мы видим? Ну, как бы есть грешок чуть-чуть. Вот с этой стороны еще. А ну-ка, сейчас мы попробуем с этой стороны машины. Там, может быть, я плохо смывал. Сейчас попробуем с этой стороны. Ну, как бы все равно. Может быть, я мало подержала эту пену. Ну, провел по всей машине, вот что остатки. Ну, как-то так. Не, ну, все равно у меня была раньше пена. Сейчас покажу. Вот это. Раньше была у меня вот это. Покупал я ее в эпицентре. Это еще с мойкой. Если хотите, я вот здесь вот в уголочке, вот здесь вот будет ссылка на то видео. Когда я покупал Керхер, я купил вместе и вот эту вот активную пену. Но ее мне ну хватило вообще надолго. Тоже это концентрат. Вот. Но она не так отмывала. Ну это, я вам хочу сказать, намного лучше отмывает машину, чем вот та вот, которую в эпицентре я брал. Это заметно сразу, что она лучше. Так что как-то так. Все, буду сейчас ее вытирать.